Амаль оранжевый уровень небезопасности. У авторок раницы в улице областного центра и некоторых других населенных пунктов сустракали гурбами снегу. По информации об облгидромету, у Могилеве снегопад начался около 3 часов ночи. У вынику вышиня снежного покрова склала 14 сантиметров. Каб у Могилеве объявить оранжевый уровень небезопасности, кажут синоптики, не хапило 1 сантиметра опадков. Как поведомили у дорожно-мостовом предприемстве, на уборку в улице областного центра от снегу выехала с полсотни спецмашин. Шировали дворники, пришлось попрацевать и автомобилистам. Почистил снег и поехал. Как движение по городу? Ну, не интенсивно, скользковато трохи, но нормально. Погоршение умов на дворе синоптики прогнозовали еще с понеделка. Опадки у выгляде мокрого снега обещали не только у Могилеве. Больше всего снега выпало у нас в Могилеве. На утро высота снега у нас составляет 14 сантиметров. А в сравнении с областью, например, в Могилеве, в Лубнище на метеостанции всего 2 сантиметра. В Горках нету даже и сантиметра. И в Славгороде 3 сантиметра. А кроме снежного покрова, у области местами был мощный туман и слабый гололед. Так, на трассе Могилев-Минск за дренных умов на дворе водители вымушены были значно снижать худкость. А вот это уже Белынинский район. Раница авторка. Тут пановала теплая осеньская надворье. Добрый час, как сбирать по жоуклое листья. Как кажут синоптики, снежные хмары обошли этот район боком. Такие поводины надворья традиционные для листопаду, запевняют специалисты. Синоптики лишат его месяцем продзимья, и подобное может повториться. А покуль могилевская дятва спешается погулять у снежки и зляпить снеговиков, бо у ближайший час чекается повышение температуры. Ну а снегу-то рады сегодня? Да! Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона.